Здравствуйте. У меня сегодня хороший день. Пришли две посылки сразу. Из Таиланда и из США. Из Таиланда я знаю, что тут есть уже конкретно. Хотя должен быть какой-то сюрприз для меня. А из США это из магазина, ну, уже многим, кто занимается там кастомизацией ножей, всевозможным производством, знает магазин, это USA Knife Maker. Очень быстро дошли эти посылки, прям я был в шоке, потому что из США дошла эта посылка за 20 дней, 6 ноября ее, мне ее упаковали, отослали, сегодня 26 ноября, за 20 дней. Это пришла вообще, 12-го я ее купил, или сегодня 26, 14 дней, 2 недели. Ну, не знаю, это очень быстро. Как будто я ее оплачивал. Хотя это бесплатная посылка была. В смысле, доставка. Это то, что здесь находится, не мое, так скажем. Это для моего хорошего одного товарища, друга. Он меня просил купить. Ну, за компанию я и себе прикупил. Несколько штук. По фото было очень красиво. Выглядело очень красиво. Что-то очень быстро открывается. Он мне кошелечек положил. Здесь что? Это же за таблетки такие какие-то. Не, не таблетки. Мазь! Звезд! Помните, такая была звездочка? А, я с юмором, мужик. Да. Кошелечек, это круто. Да, мужик с юмором. Вот все думал. Передумал бы, что он там мог положить. Но не это явно. Вообще, как говорится, я с него ничего не требовал. Человек добровольно подписался. Получилось так, что 12 штук здесь куплено. Это разводят в Таиланде на фабрике, у них есть свои зверофабрики. Это шкурки змей. Шкурки водных змей. Мясо продают на еду. Я вот так покажу себе. Скажу, какие примерно мои, я там не помню. Ну, шикарные, слушайте. Они очень тонкие, как бумага. По цвету вообще шикарный. Зелененькая такая. Вот, оранжевая, прям яркий сочный цвета. Вот это моя коричневая. Да. Вот черненькая моя. Оранжевая хорошенькая такая. Интересно. Вот две беленькие тоже мои. Ох, какой цвет красивый, а? Ох, вот это самое, по-моему. А, нет, вот это самое, вот это, ох. Да, шикарное. Ну, хороший цвет, хороший. И длина хорошая такая. Их надо обязательно на другую кожу клеить, обязательно. Иначе, вот это толстая, вот по сравнению со всеми, вот это самая толстая. Она самая, по-моему, дорогая из всех. Причем это сам естественная окраска, если я не ошибаюсь, из всех. Да. Посмотрим сзади. По-моему, да, естественно. Потому что здесь вот у всех цвета меняются. Пропита, а здесь ничего так белое. Ну, может быть, я не знаю, я не спец. Первый раз такой. Ну, вот и коричневый у меня красивый. Ну, хороший. Ну, с кошельком это молодец.
И мази внутри. Молодец. Весело. Так, теперь самое главное, самое мне интересное. В общем, я уже, наверное, некоторые знают, я собираюсь сделать свои флипперы. Один называться будет Робби, другой Крок. Один этот Робби будет в виде тигра, такого дизайна. Крок в виде крокодила. В общем, на этот самый Робби уже клинки почти готовы. С Кроком чуть-чуть заминка вышла. Я потом скажу, кто эти клинки сделал, если человек захочет. Я их не делал, потому что у меня вот оно, вот, только вот такой V6. На нем таких клинков не сделаешь, там Дамаск. Дамаск нержавеющий, довольно-таки недешевый. Флиппера я не делал, да, причем никогда. Но знаю, как они должны быть, как должны функционировать. И, в общем, то, что я не нашел здесь, в России, или там, где-то в других местах, я пришлось покупать из дружественной страны, скажем так, Америки, из всем известного магазинчика. Не так много. В общем, здесь все детали, которые понадобятся у сборки складного ножа. И тех, которых у меня нет. Вот, это для закалки. На будущее. Я собираюсь зимой пойти в кузнецы учиться. Да, вот они тут спрессовали. Конечно, выгоднее купить большой рулон, но я решил посмотреть, как это вообще все работает. Не тратиться на рулоны. Положу все эти много-много шайб, подшипнички, но я сейчас делаю на шайбах, подшипнички взял посмотреть, двух видов, как они вообще выглядят, стопорные, разной длины, разной толщины, это осевые, тоже разные будут, два вида шайб. Такие вот для замка. Вот еще один с наборчиком. У меня там продавался. Ну, по-моему, вообще одинаковые. Там, хотя на сайте они чуть разные. Я думал, вообще пустой. Это что за ерунда? В общем, вот такая вот ересь. Это что такое, я не понял. Я вообще-то что-то заказывал, что ли?